Первая икона, которая дала имя монастыря, я вам уже сказал, 1000 лет назад мы, три братья с Болгарии, пришли сюда, они построили маленький монастырь, но не знали, кому посвятить это монастырь, оставили доска, на которой никто не был. Ничего не писал. Да. И они молились, может быть, несколько дней, может быть, несколько месяцев, чтобы Божья воля проявилась, и кто надо изображен, кто будет покровитель монастыря. И однажды, после молитвы, они видели сильнейший свет, который исходил из этой доски, а уже это не была доска, это был образ святого Георгия. И это чудо, которое может быть очень важно и интересно. Немного лет после этого пришел епископ Седесий, который сказал, о, это может быть просто средство для препитания монахов, чтобы больше поклонников. И он не верил, что это чудо. И когда прикоснулся с перст свой на лицо Георгия, сказал, это вы обманываете люди, да? И когда он сказал это и прикоснулся так неблагочестиво к образу, тогда увидел, что он не может снова свою руку взять. Да. И он молился 3 дня, чтобы святой... Он сразу понял, что это Божье наказание, что это святой Георгий его наказывает. И он молился 3 дня, а потом святой Георгий явился и сказал, ну, я тебе прощаю, но чтобы больше, как тебе не были, такие неверующие епископы, то пусть твой перст будет всегда здесь на споме. И очень интересно то, что 10 лет назад прибыл врач, болгарский врач, который жил в Соединенных Штатах Америки. Он не знал истории этого, и он пришел здесь и сказал, как профессионалист, он был даже врач, который связан с руками, сказал, а что делает перст, человеческий перст на лицо икона? И тогда наш игумен спросил его, а вы можете ли удостоверить, что это действительно перст человеческий? Он сказал, ну дайте мне еще 5-10 минут, я с этим занимался, это моя профессия. И потом он был готов письменно удостоверить, что это человеческий перст. Так и наука, и вера подтверждают чудо святого Георгия. Да.